Всем привет, дорогие друзья! С вами Залиэл, и мы с вами продолжаем играть в XCOM 2. Как вы помните, остановились мы на том, что получили, так сказать, дополнительную функцию, чтобы мы могли изменять персонажей. И знаете что? Я хотел создать Пахома, но какого-то хрена что-то пошло не так. И я не знаю. Я честно создавал Пахома, а получился, вы, наверное, уже догадались. Все-таки кто это? Не знаю, честно, что так получилось. Хорошо, дядя Путин, я знаю, он сильный, поэтому он нужен нам. Даже президенты во время войны смогут, так сказать, нам помочь, возможно. Вы не слушайте, я, конечно, сейчас полную хуйню говорю про политику. Я вообще не хочу вмешиваться, честно, я хотел Пахома всего лишь создать, но, сука... Получился совершенно другой персонаж. Так, кто это такая? Джейн Келли. Во-первых, какие могу волосы? Ну-ка, давайте посмотрим. Во-первых, конечно, кепочку убрать надо. Так, шлем, головной убор. Ух ты, для девушек тут прям вот-вот полный набор. Так, лицо, волосы. Ну-ка, какие тут есть? Ой, ладно. Вот эта прическа мне нравится, определенно. Так, коса. Блин, пучок мне вообще... Вот знаете, вот теперь она просто... Изменилась, да. Прям завораживает. Так, и знаете... Тут я не буду отпираться от темы и назовем ее Елена Баск. Кто не знает, просто прогуглите, кто это такая. Вы сразу все поймете. Так, естественно, Россия, господи, женщины, биография. Так, да. Короче, одним словом. Сняла фильм. Зеленый слоник. Отлично. Раса 3. Да, пусть будет американский. Нет, нам не нужен американский. У нас... Блин, как... А немецкий? Черт, давайте немецкий. Почему бы и нет? Хорошо. Мне она уже, знаете, нравится намного. Так, способности. Так, то есть, видите, команда у нас, так сказать, охренительная уже становится. Вот что я вам скажу. Так, изменить. Я могу, по-моему, даже менять пол, правильно? Да, я могу спокойно поменять пол. Пусть будет мужчина. Пахом! Ну, посмотрите, ну, вылитый Пахомчик, а. Ну, слава богу. Господи. Пахом, фамилия Фуфельский. Так, биография. Сладкий. Вот так. И знаете что? Побольше. Точек. Так, многоточие. Биография, национальность, Испания. Да какая же Испания? Это Россия, наша родненькая. Так, лицо. Отлично. Хорошее лицо, вот что я вам скажу. О, господи! Вообще хорошо. Идет. Уже что-то вот потолстее бы его сделать, но, к сожалению, я не могу. И все. Так, цвет кожи. Вот так. В принципе, нормально. Нет волос, лицо Б, аксессуары. Так, цвет глаз. Дополнить цвет брони, цвет американский. О! Класс, вообще, давайте, пусть француз будет. Так, сохранить группу персонажей, а чё? Ну,
Если они умирают, то они не сохраняются уже, все. Блин, это плохо было бы. Так, аксессуары. Тут мы еще можем, кстати, быстренько так камуфляж оружия. Вот, вот в Black Ops за это я не знаю, что надо сделать, Call of Duty. Это капец. Тут уже сразу все доступно. Посмотрите на это. Ноги. Мы можем даже ноги поменять, охренеть. Такие ноги. Торс. Так, вот. Татуировки можем еще сделать. Так, голос французский. Это голос. Отлично, ну вот, вот, ну, конечно, он не похож, я знаю. У нас единственный это дядя Путин похож, вот честно. Я не хочу в политику вмешиваться, я бы другого создал, но, черт, он так хорошо тут выглядит, а. Ну, посмотрите, вообще, вот, вот вылитая копия. Так. Баскова, Фуфельский и, наверное, браток-братишка. Эпифанцев. Имя. Ну, вообще-то, это фамилия. Так, хороший парень. Владимир Эпифанцев. Владимир. Правильно хоть написал это Эпифанцев. А я проверил, ребят, нет, неправильно. Епифанцев. Не будем, не будем так этим подстебать меня. Что такое фуфел? Так, биография. Так, ору постоянно на Пахома. Отлично, биография, вот супер, прям на 5 с плюсом. Так, быстро. Россия, мужчина. Отлично. Так, а персонажи тут... Вот вы знаете, нам плащ бы еще. Плащик бы. И вообще, супер. Шлем головной. Может, я могу... Ну, как я знаю, у нашего братишки тоже ничего не было, поэтому... Мы можем руки изменить? Нет, не можем. Ноги что-то тоже не меняются, а? Так, торс мы можем поменять. Ну, что-то ты дохлячок какой-то стал. Не-не-не. Пусть будет такой. Не, что-то он уже не похож. Так, пусть авиаторы будут. Я ж не с лица. Не надо. Тундра. Черт, вот сколько я вкладываюсь в них, не дай бог вас убьют. Я вот просто буду рыдать. Надо. Нет волос. Стоп, а как я? А почему я раньше не видел этого? Странно. Ладно. Нет, так нет, так не будем мы. Так, ну вот тут уже что-то похожее есть. Американский, английский. Французский мне нравится язык. Allez, on bouge. Pas besoin de demander deux fois. Хорошо. Так, только по ком мы изменим, ладно? А именно добавим, так сказать, растительности на лице. О, чего я сразу-то... О! Вот уже что-то пошло. Вот уже что-то идет. Вот, конечно, не так уж как надо, но... На кого-то французика напоминает, да? Ну... Как-то неплохо, согласитесь. Черт, для первого раза все лысые, молодцы. И Светлана Баск. Все, выдвигаемся. Начать задание, быстрей, папуасы. Что, я не могу? Ладно. Я-то знаю почему. Потому что, наверное, надо взять аптечку. Эпифанцев будешь у нас лечить всех, как медик. Вперед. Просто идеальная команда.
Флаги российские сзади, а? О, как! Клёво. The squad is ready to deploy on your order, commander. Так, начать задание. Signal triangulation is locked in the location of a hidden ADA to the Advent network in this area. Disrupting the aliens' progress is our highest priority, so we're moving to destroy the relay before they complete the transfer. Terminate any hostile forces operating in the area. Secure the site and destroy that relay. Ну, я не думаю, что это будет намного сложнее, чем прошлое задание. То есть, конечно же, возможно... Так, вперед. Ну вот редактор здесь, да, действительно так немножко хромает. Трое мужиков и одна Елена. Тащи, тащи, наша дорогая. Так, первый ходит у нас кто? Так, дядя Пу у нас ходит, хорошо. Давайте посмотрим. Итак, ринтранслятор тут. Противников я никаких не вижу. Пока что. Ходов до завершения. Передача... Блин, и вот нас каждый раз подстегивают, мол... Мало, мало времени остается. Так, за мусорным бачком, конечно, вот... вот идеально прятаться. Так, площадка игровая. Ну давай-ка сюда. Дядя Путин, но он знает французский. Конечно, Владимир Епифанцев. Хороший парень. Так. Там котик на заднем плане. А, мы давайте сюда. А, тут уже, видите, как... А, ну хорошо. Так, Епифан, скрытое наблюдение. Сейчас, ой. Так, Пахом Фуфельский. Блин, все французы, а, как на подбор. Так, Елена. Елена, пойдем сюда. Немка, сразу видно. Так, ход пришельцев, где они? Где они? Пока никого не вижу. Так, хорошо. Ну-ка, давай-ка. Дядя Путин никого не находит. Вот тут, конечно, вообще вот не очень хорошо все. Смотрите, бомба что ли там? Или это типа аккумулятор? Ну ладно, в будущем всякое такое есть. Живей. Давай, Пахомчик. Погнали, погнали, погнали. Он не пролюбит. Так. Так, Елена, как мы с тобой будем действовать? Пойти, что ли, за этими фуфелами? Так, вот пришельцев. Суки, бегут, а! Вы слышите эту хуйню? Пока никого не видят. Так, дядя Путин у нас тут вообще страдает. Так-то. Как бы его... Нормально, вот тут нормально будет. Так, скрытое наблюдение. Я вот не знаю, давайте попробуем... Везде скрытое наблюдение. Я не знаю, они пойдут или не пойдут. Огонь, ну-ка. 8%. Давайте попробуем. Ага, промах. Ну хорошо, хорошо, пусть будет так. Дядя Путин, стрельните! Промахнулся, дядя. О, отлично, в этого попали. Так, выпад, огонь.
Так, 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 наблюдение. Блять, да какого хрена, Елена? Может, второй раз выстрелишь? Хер там. Не хочет. Так, а что это такое? Сопротивление ментально. Ох ты, блин! Ублюдок какой, а? Смотрите. Дядя Путин! Вас ранили! Суки! Дядя Путин, куда вы уходите? Паника! Господи! Да. 29%. Да ладно! Так, Елена Баскова, сюда. Вот это другое дело. Вот Елена могёт! А вы, суки, чё делаете, а? Вот, вот это клёво. Повышение. Правильно, правильно. Паника снята. Да неужели? Неужели паника снята? Аффирматив. Так. Блять. Дядя Путину пиздец. Вот что я вам хочу сказать. А точнее, полный пиздец. Второй. Так, поранили, молодцы, даже пригнулся дядя Путин. Какой молодец. Так, Пахом, не подведи меня. Только в одного, правда. Так, тогда наблюдение. Так, Елена. Давай-ка сюда. Смотрите, там люди, что ли? Промахнулся. Дезориентация! Дядя Путин! И стоит. Да, это весело, конечно. Решили продолжать передавать данные, но времени мало! Так, ой-ой-ой, так. Так, что я думаю, что я думаю, что я думаю? В принципе, мы можем сюда. Так, сюда. Осколочные гранаты. Вот так делаем. Великолепно. Дядя Путин молодец. Хорошо, хорошо. Так. Я 85%, серьезно? Так. Фан тоже молодец.
Reçu, 5 sur 5. Как тут лучше пойти? Давайте-ка все-таки вот сюда. Так, да, у нас как бы... Так, дядя Путин, отойдите сюда. Ну-ка, спасти их можно? Нет, это, видимо, и не нужно. Так, сюда. Так, чё, я не могу гранату-то кинуть? О, могу. Три. Хуй, подотри, походу. Так, а тут у нас, видите, как... Тогда мы сюда. А? У нас еще одна граната, в принципе, есть, так что не переживайте. Огонь! Status confirmed. Mission accomplished. Вот это я понимаю. Молодцы. Итак, процент попаданий, новый рекорд. Владимир Пифанцев. Урон за атаку, Пахом Фуфельский. Средним врагом убит дядя Путин. Ух ты, блин, молодец, дядя, а. Больше у меня слов нет. Молодцы, молодцы. Вот-вот, сейчас мы постарались. Ой. Ах, дядя Путин, вас все-таки поранили, да? Смотрите, он бедный, прям уж не может... Так, хорошо. Снайпер. Он снайпером будет. Мастер клинка. Капрал. Господи, уже так быстро повышают. А, посмотрите. Потрясли. Клево. Давайте так. Так, задание 3. Убито 2, убито 2. Блин, Эпифанцев тоже круто, а? Посмотрите. Так, гренадер, отлично. Пушка-то вообще классная. Так, а Пахом... Он... Тоже выпад? Снайперов так у нас ни хрена нет. Опять два сектоида. Дром. Хорошо. Так, солдат в состоянии стресса. Так, шеф, стресс от участия боевых действий сказывается на психике, даже самых лучших бойцов. Думаю, я сам позаботиться об их здоровье, остальное сделает он. Появится новое назначение. Кот. Так, так, чтобы очистить отсек, нужно сперва на эту работу. Требуется инженер. Ну-ка давай, чисти. Excavation is underway, commander, but it's going to take some time to get all that stuff cleared out. Суки! Новое сохранение. Ой. Commander, we have a secure transmission coming through. Source unknown. Patching it through to your quarters. Так, каюта шефа. Hello, Commander. The council you once knew is no more. Its membership have all sworn loyalty to the Advent administration. With one exception. It is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside.
It was these resistance operatives that provided the intel leading to your recent extraction. As of now, resistance forces are currently somewhat disorganized. If we are to defeat Advent and their alien masters, you must change this before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. Their numbers are growing. We suspect they have been taken to a nearby Advent black site, though its exact location remains unknown. Time is short, Commander. We need you to take charge of resistance operations throughout the world. Establish contact with the local cells and bring them into the fold. Find this black site and shut it down. Save our world. The clock is ticking. Good luck, Commander. То есть дядька вроде нам помогает. Ну хорошо. Похоже, нам приступать, шеф. Конечно, приступаем. Черт, я уже хочу новое задание. Мы так офигенно справляемся. Так. Unfortunately, we don't have its exact coordinates yet. If we're going to have any chance of finding this facility, we'll need to make contact with the local resistance cell nearby. Tigan has a theory about how we might reach out to them without getting the aliens' attention, but we'll need to give him time to conduct his research. We shouldn't wait too long on that, Commander. We have to start making contact with other regions soon if we're going to build a global resistance and take on Advent. Так, ну, в принципе, понял. Контакт. Looks like you won't have time for that just yet, though. Remote reconnaissance may have found something not far from our current position. Так, Тайникс. Шесть дней. Avenger plotting new course. То есть сюда мы можем, а сюда не можем. Commander. While we're waiting for new missions or the completion of our research, we can pass time by scanning at sites like this one. On your order, we'll start our scans of the surrounding area. А, в принципе, быстро, кстати, проходят дни-то. I take it this was easier than your last procedure, Doctor. Central, Commander. Yes, I find the process to be far less disconcerting when the subject has already expired. The results, however, it's best you see for yourself. My autopsy of the Advent captain has confirmed the existence of an implant, similar in design to the unit I extracted from the commander. But there are differences. What kind of differences? The data you see is being pulled directly from this Advent captain's implant. The sequence here is essentially you, Commander. Or at least the tactical information they were processing through your mind. As you can see, the data is nearly identical. They were using you against us. Yes, however, the Advent data shows signs of decay. Removing the commander from their network has likely caused significant damage. Network? Yes, what we're seeing here is a psionic network. These implants are capable of receiving and transmitting information, a great deal of information. Somehow encoded in a stream of psionic energy. My working theory? Advent uses this network to augment the tactical readiness of its troops, as well as disseminate orders from its central command. Observe. Even in the subject's diminished condition, the implant continues to have an effect. A truly astonishing achievement. Or a weakness. Potentially. But I need direct access to their network to know for sure. I'm guessing that won't be easy. We'd need an active link. And that would mean hacking a live Advent officer. Like I said, not easy. Still, it's the best lead we've got. Your call, Commander. Как же будем делать? New objective. Так. Черепной бур в бою против офицера.
Офигеть. I'm keeping tabs on all our operations, Commander. Our people are standing by for your orders. The Advent Captain seems to provide a means of stabilizing the link between the local subordinates and the Advent Network Tower itself. Commander, if we're going to try to build this Skulljack that Tygon came up with, we're going to need a specialized facility to test it out. Так, я даже не знаю, что уже выбрать. Чёнок один. Так, инженерный отсек. I'll notify you as soon as the report is available. What can I do for you, Commander? Утечка. Чёрт, а где мне тогда бурт этот взять? I wish we had a simulator for Bradford to practice on. If he crashes this ship, I might just hand him over to Advent myself. Так, завершено. Построить зону испытаний. Двадцать пять материалов. Черт, я думал, они все красавцы, как на подбор. Наши бойцы, легкое ранение. Серьезно ли? Так, серьезное ранение. 15 дней. Стресс. Серьезно, вы посмотрите. 15 дней. Охренеть. Work is well underway, Commander. Mm-hmm. Apparently, my predecessor was something of a brute when it came to handling the interrogation and autopsy of alien subjects. From what I've heard, she was keen to get her hands dirty whenever possible. Так, ну-ка, а как мы можем быстро? Мы можем вот так вот делать, да? Быстро дни пропускать. Какое-то место. Moving ground. We'll start work on the new facility right away, Commander. I'll send word when it's up and running. Так, увеличь скорость. Блять, 7 дней. А где черепной бур? Сначала надо вот эту хрень, что ли, получается? Ну, так оно и есть. Strategic resource located. Setting course for the Arctic territories. Mm-hmm. Although we have allies scattered in cities throughout Opa. The globe who are willing knowledge of Advent's operations, the aliens are actively pursuing them. It will be up to you to ensure the safety of our operatives, Commander. Good luck. Вызвали ТВП из камеры Адвента? Блять, начинаем! Так, я тут уже вижу, что... Томас, изменить. Ну-ка, Томас, погоди-ка. Он уже был, что ли? Убито, да, смотрите-ка. Взлом, протокол помощи. Так. Ну, надо что-то новенькое, поэтому вот так. А персонажи? Кем он будет? Кем он будет? Полковник. Вот определенно. Так, волосы, самое главное. Во! Вылитый! Твою дивизию! Посмотрите, вылитый, только, ну, конечно, в молодости. Имя... полковник. Полковник. Или, погодите, знаете как? Имя... Я...
О, точно, придумал. Полковник. Фамилия на белом коне. Великолепно. Рядовой полковник на белом коне. Но вот чувствуется, а? Вот, да я понимаю. Так, мужчина. Вообще, вот это вылитый, охренеть похож вообще. Я даже себе вот удивляюсь просто. Так, голос. А мы все французики. Или итальянские, погодите, испанский есть. Какой? Это офицер, говно какое-то. Вот так вот надо говорить. Цвет оружия. Там. Не, пусть будет черное. Черный, вот ему подойдет. Нет, это уже перебор. Вообще красава. Так, биография. Офицеры. Чёрт, а? Как мне это уже нравится. Отлично. Посмотрите на это, а? Вот это я понимаю, команда, а? Ёб твою мать. Охрененно. Блин, вот жалко только они все с дробовиками. Какого хера? Вот изменить бы, изменить. Пусть будет винтовка лучше. Меч. Да, вот так лучше. Все, выдвигаемся. Начать задачу. Блин, как мы хорошо. Вот пошла, так сказать. Командная работа. Что такое? Привозно, ожидаем приказа. Начать задание. We received an emergency request from the spokesman asking for our help in freeing a VIP sympathetic to the resistance cause. Advent forces are holding the captive somewhere in this area, and we're expecting a steady contingent of reinforcements to back them up. Lock down the area, eliminate all hostile resistance, and secure the VIP. Надо называть нашу команду. Команда «Зеленый слон». Вот это я понимаю. Вот слаженная, охренительная работа. Команда. Так. Вперед. Я прям уже, видите, как настроен на игру. Даже знает, что мы легко справимся с этой задачей. Так, вызвали ТВИПа. We have a confirmed location for the VIP. Move to rendezvous. Eliminate all hostile contacts. Так, полковник на белом коне, первый ход. Погодите, тут что-то, видите, красное. А, привлечет внимание. Так, вот тут. Тут мы сбежим, тут у нас вот ВИП. Угу. Через главный вход они тоже заподозрят, поэтому. Хрена, тут даже голуби! Обалдеть. Францев. Так, это обнаружит. Видите, тут какие-то люди. Людишки. Reçu 5 sur 5. Ennemis aperçus dans la zone. Ага, вот они где. Угу.
На втором этаже. Как туда проникнуть, я даже ничего не знаю. Так, пахом. Лена Баскова. Как бы тут забраться, а? Мне интересно. Verstanden. Как мне? А вот как. Ага, это привлечет внимание. Тут они уже увидят, тут. Так, тогда знаете, как сделаем? Тоже пусть скрыто наблюдает. А вот Елена Баскова у нас... Ну... Так, обнаружение. А, они прям наверху, смотрите, а! Вот это охеренно было! Вот это охеренно! Просто опупенно. Нет, давайте скрытое наблюдение. Ну, уже это не скрытое, конечно. Так, 52%. Так, пахом Фуфельский идет уже спасать. Хрена он, а? Почему вы... Feind neutralisiert. Das können wir vielleicht gebrauchen. Ну, это был полный пиздец, как бы. Опа, опа, опа. Это херь. Так. Ага, вы видите, какая херня. Марча! Эпифан, Эпифан, давай-ка ты последи вот за этим ходом. Наблюдение. Bien compris. J'y vais. Сюда. А, сюда мы не можем. Так, ладно. Лена Баскова. Черт, я просто думал. Ай, говно-то какое. Коты, вот коты, вот как вы заколебали? Один прошел, второй уже это тоже хочет пройти. Так, полковник на белом. Firebrand has a limited window to provide extraction. Полковник, вперед! Так, Эпифан. Времени мало, вот так вот.
Какого хрена вы открыли сейчас дверь? Смотрите, он открыл дверь и практически ничего не изменилось. Так, так вот. Алло, Буш! Пахом, давай! Лена Баскова! Пинабай! Так, а вон солдаты! Ах вы суки, они открыли дверь! Добыча пропала. Ах вы пидорасы. Me dirijo a la posición indicada. A ello voy. Так. Ну-ка. Ну-ка, давайте попробуем. Мне интересно. Охренеть. Охренеть просто. Я могу ему даже за спину. Саул. Ну, лучше наблюдение. Affirmative, je couvre la zone. Так, Баскова. Так я не могу. Так, за нами еще плюс выехали, так сказать, поэтому надо. Блять, промахнулся, охереть. La cible est toujours debout. Ну, дезориентация — это вообще говно, по сути. Так, полковник. А у него взлом, у полковника это взлом есть? Я не помню, у кого есть, но... Ну-ка, полковник. Вам. Окей, Жигуш. Давайте уже все тут подойдем. Так, 6 ходов до отступления. Пахом Фуфельский. Je suis parti. Он про... А. Je vais me retrouver à court de munitions. Verstanden. Bin unterwegs. О! Feind neutralisiert. Так, полковник, взломать. Mirare a ver. Ну-ка, полковничек. У нас еще и дроид есть. Ни хрена себе, у нас еще и прорыв. Tenemos acceso. El VIP está a salvo y nos ponemos en marcha. Так, привет. Menace 1-5, status confirmed. VIP is in tow. Proceed to the extraction point. А брать его не надо? Нет, ладно. Ну, пусть пока наблюдение. Так, так, так. Bien reçu.
Надеюсь, он за нами пойдет. Так, и... А. Je suis plus là. А, вот и вид. Ага, понял. Написано, а, эвакуировать всех бойцов XCOM еще надо, ага. Так, Ирина Баскова. Дезориентация еще. Ой! Это нехорошо. Полковничек! Сюда. Подкрепление на подходе. Тут есть глухая оборона. VIP in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. This is Firebrand. VIP is secure. Verstanden. Rücke aus. Блин, у нас остался только полковник. Но он может не успеть. Вот в чем проблема. Я не хочу еще одного терять. Суки, а! Так, слава богу, полковник. Эвакуация, эвакуация! Полковник! Фух. Так, оценка безупречна, великолепно. Ну что сказать, ребят? Вот это уже пошло. Вот сразу видно, что средний бонус укрытия рядовой полковник на белом коне, сука. Рядовой полковник. Елена Баскова 100%. Посмотрите. Охренеть. Команда «Зеленый слоник» просто рулит. Они просто молодцы. Просто офигеть. Так, такие успехи здорово поднимают боевой дух! Ну, конечно! Так, рядовой на белом коне. Протокол лечения, протокол нападения. Черт, поздравляю, поздравляю, полковник, правда, на самом дне. Но ничего. А, я могу, видите, как. Протокол лечения, способен для помощи, стабилизация. Протокол нападения, вот это, наверное, круто. Только протокол помощи есть. Великолепно. Великолепно. Вот это круто. Возвращенный VIP Тауху. Принимаю во внимание наши ограниченные ресурсы. Все прослушайте мое ожидание. Прекрасная работа. Спасибо, Wisis Brazers. Будем называть тебя так. Thank you for sending additional support staff to assist me, Commander. I will make sure they are put to good use. Ну что ж, ребят, вот эта серия
можно сказать, самое-самое лучшее. Здесь мы наконец-то научились хоть что-то, научились воевать, сражаться, уничтожать, черт возьми, пришельцев. И зеленый слоник рулит. Вот это вот я понимаю. Зеленый слон. Зеленый. Команда. Так и называем. Команда, сука. Зеленый слон. Вот так и надо. С вами был Залео. До скорой встречи, дорогие друзья. Бай. Бай.